Зимой наши волосы нередко теряют здоровый блеск, становятся слабыми и совсем не радуют секущимися концами. Но мы не собираемся мириться с таким положением фактов. Полировка, или как еще некоторые называют, шлифовка волос, один из новейших способов убрать секущиеся концы. Чем этот метод отличается от обычной стрижки и в чем его основные преимущества, расскажем прямо сейчас. Что такое вообще полировка волос? Полировка волос – это современная процедура по удалению секущихся кончиков по всей длине. После такой процедуры волосы приобретают здоровый вид, приобретают блеск и гладкость. Такую процедуру мы обычно предлагаем нашим клиенткам, если у них сухие волосы, ломкие волосы и густые. Но если густые, при этом чтобы они были ломкими и сухими. При такой процедуре мы удаляем где-то 70-90% секущихся кончиков, при этом не задевая длину, но при объеме оно немного уменьшается, но это незначительно, так как невооруженным глазом оно незаметно. Как вы поняли, полировка – это возможность распрощаться с торчащими волосками по всей длине. Благодаря процедуре голова приобретает гладкий и ухоженный вид. Если мы подстригаем только концы, мы подстригаем и убираем только с концов эти сухие, ломкие волосы. А по всей длине мы с ножницами просто так не сможем. Машинкой и специальной насадкой очень легко это сделать, быстро и есть эффект. Итак, приступаем. Перед тем, как начать саму процедуру, мы подготавливаем волосы, моем шампунем бессульфатным и кондиционером и наносим термозащиту. После мы высушим, выпрямим волосы и перейдем к самой процедуре. Мастер сначала выпрямляет волосы утюжком, а затем берет в руки вот такую машинку, которая постепенно обрабатывает каждую прядь. Полировку Алена начинает с самой поврежденной части – кончиков волос, а потом уже обрабатывает волосы от корней вниз по всей длине. Стоит сказать, что процедура может занять немало времени. Если волосы густые и длинные, может понадобиться и 3 часа. Если вы постоянно сушите волосы феном, выпрямляете утюжком или накручиваете пряди плойкой, если вы регулярно экспериментируете с покрасками и химическими завивками, эта процедура именно для вас. Впрочем, полировка волос подойдет не каждому. Мы не рекомендуем делать клиенткам с тоненькими волосами и с вьющимися, так как при вьющихся волосах эффект не очень заметен. Стоимость такой процедуры начинается от 200 леев и напрямую зависит от густоты и длины. Эффект мягких и гладких волос сохраняется 3-4 месяца. Важно после похода к специалисту продолжать ухаживать за волосами дома, подобрав соответствующие средства, в том числе кондиционеры и маски. Тогда ухоженные и красивые волосы будут поводом для гордости.